хорошо реально попадаю просто. Сейчас, 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 тихо, тихо, тихо. А, я вот так сделаю. Ё-моё. Угу. Что он делает? Это он так дорогу переходит? Что он делает? Слушайте, добро пожаловать в Brawl Stars. Ну что, my boys and girls, как вы прекрасно уже поняли, все уже знают, что вышел новый Brawl Pass. Я чуть-чуть опоздал, у нас появился второй сезон, это лето с монстрами. И прямо сейчас мы активируем Brawl Pass. Давайте сразу возьмем за 250 гемов. Да, я точно куплю. О, найс. Хорошо. Итак, у нас есть 10 уровней. Пока что у нас нового бравлера нет, потому что он находится у нас на 30 уровне. Но anyway, я также заберу Эмс. Здорово. Ага. И давайте пооткрываем ящички. Так, я, наверное, эти карточки оставлю пока на потом. Заберем подарок, бесплатный ящик. Заберем приколы из Brawl Pass. Ну, реально, как Power Ranger какой-то. Ну, Super Ranger, понятное дело. Очень классно выглядит. Херня. Понятное дело, что тоже. Ну-ка, давай, мега ящик. Ну, пятеро, ладно. Вот когда шестера будет, ух, вот это будет заебок. Монеты, монеты мне пригодятся, у меня просто они моментально улетучиваются. Просто как появляются, сразу заканчиваются. Монеты, большой ящик. Было бы классно, если... Четыре, давай. Оп. Так, жопа чует, что-то классное бы должно выпасть. Что-то должно реально классно выпасть. Ну давай, пожалуйста. Вот знаете, будет охрененно, если мне выпадет новый бравлер из ящика до того, как я его, ну, успею... докачать. Ладно, из вот этих у нас ничего не выпадало, но зато у нас в магазинчике есть очень классные предложения. Давайте начнем с вот этой особой акции за 89. Угу. Первый, второй. Так. Знаете, даже... Ну, я куплю, ну реально, 39 гемов, камон. Очень дешево куплю, пофиг. Пусть у меня будет тоже Мортис. И предложение за 7 баксов. Набор 50 уровня, который я тоже куплю. Так. Три мега ящика у нас еще тут есть. Понятно, пятеро, пятеро. Шестеро. Да, чуваки, последних двух бравлеров я буду выбивать очень долго. А если выпадет еще и третий, то будет супер классно. Ну что, будем качать квесты и выполнять, чтобы открыть вольта. Выиграть три боя в режиме одиночного столкновения. И тут как раз таки еще и за Пока надо выиграть. Давайте попробуем за Пока выиграть. За Пока, конечно, будет очень тяжело, но попытаться стоит. Хотя тут с коктейлями, слушайте, о, с коктейлями будет хоть как-то возможно. Угу. Что он делает? Это он так дорогу переходит? Что он делает? А, ладно. Жадность, жадность, жадность. О, все, жадность. Хорошо, хорошо, отдал коктейль. И до свидания, Мортис. Подожди, подожди. Ой, мразь. Как он убегает? Ладно. Второй коктейль я тебе точно не дам. Ой, до свидания, Джеки. Кстати, могла сейчас убить спокойно. Оп, Мортис. Нет, нехорошо. Вот теперь хорошо. Ой, прочь, меня ударил, там попался. Надо коктейль, срочно. Блять. Ух. Да. И все потому, что я дальний такой. Хорош, Пока. Ух. Алексей Спраут. Мы с тобой два лоха, которые не можем стреляться, но... играем тут. Сейчас, кстати, давайте Спраута додушим тогда. А чё оно так рикошетит много? Мне кажется, так не должно быть. Пони. Слушайте, нормально дамаг летает. Найс. Уу! Хорошо. Нани. Вот Нани там ваншот забейте. Хотя я тоже так быстро выбрил. Уу! Тут вообще нельзя рядом стоять. Да ладно. Он же под коктейлями вообще был. Мортис 8 бит. О, хорошо, хорошо. Спасибо, Мортис. Так, Мортис мне немного помог. Ну, хп не прибавляет, брат. Там хп-то мало у тебя осталось. Найс. Хорошо, идем. Мне кажется, нужно подушить таких, знаете. Ну, допустим. Ладно, пофиг, Биби попробуем подушить. Опасно, но попробуем. Так. Оу!
Вот это сейчас мгновенная карма была, мне кажется. Ноль банок, фак. Не, надо нафармить. Пока не поздно. Хоть чуть-чуть. Да пофиг, здесь пройдем. Вот это была плохой идеей. Ай, ну я ультанул же еще. Но плюс один такой себе, конечно. Ну ладно. С кого начнем? 8 бит. Найс, 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 найс. Хорошо. Тихо. Бля, как он медленно это забейте. Просто холодильник с Миллером. Тара. Да, блин, автоатаки работают на эти сундуки гребаные. Мне кажется, приоритет должен быть на бравлеров, а не на сундуки. Так, тут уже. Оп, хилочка. Гаджет, все. Не, ну с коктейлем сейчас вообще жмайся на будет. Давайте. Побринчу. Мистер Пи, до свидания. Это было бе, пока коктейль не работает. Не, стоп. Сейчас они разбираться между собой будут. Угу. Ну. Ульта, все, приколы. Их. Успел. Найс. Так, ладно, пока, брат. Почиль немного. Тебя хватит. Давайте за Брока и возьмем ему новый скин. Оу, you got destroyed, yeah, man. Чуть-чуть попрокачиваем тебя. Чуть-чуть. 8 бит. Автоатаку не надо. Наперед. Наперед. Упал. Я снайпер, ё-моё. It's time to level up. Хорошо реально попадаю просто. Сейчас, 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 тихо-тихо-тихо. А, я вот так сделаю. Ё-моё. Ой, oh, yeah, мистер... Я сейчас на дамаг вообще не посмотрел. Ну, ноль так ноль. Так, быстро-быстро ракеты полетели, полетели. Оп. Пенни, съебись, не трогай мои банки. Нет, там сплэш. Сплэш опасно там. Вот эта вот звездная сила нужна. Да, мне звездная сила нужна, которая поджигает на месте взрыва ракеты. Так, тут чел сейчас будет. А, это Джеки. Фу. А че Джеки боюсь? Я не боюсь. На. Вот и... Воу, воу, все, все, чил, чил! Ау, я, бля, ебаный долбою. Но все равно в плюс. О, хорошо. Фрэнк наверх. Ну, лучше против Фрэнка не выебываться. Вот Эмс, кстати, можно подушить немного. Главное попасть. А, ты бись тогда. Хотя, стоп, стоп, не, пойдем, пойдем ее душить. Оп. Ох, ебать, ее тут подушили. И меня, кстати, тоже херачит нормально. Бля, про 777. Ебать, я, наверное, реально профессионал. Киберспортсмен просто. Да, не, Карл, Карл сильно бьет. Особенно сейчас он возьмет это коктейль, все. Я, походу, умер. Эмс где-то здесь сидит. Бля, буду в кустах. Ладно, рискнем. Все, зачекали, найс. О, здесь есть, в правых. Хорошо. Найс, у меня коктейльчик. Пойдем выкуривать? Или Карла? На Карла, на Карла надо. Так, теперь ульто ищем. А, вон Эмс. О, ебать, про полетел. Лучший, лучший, найс. Не, Дэрил, пожалуйста, пожалуйста. Дэрил, не надо. Брат, ладно, все, все. Брейк, брейк, я так профилактически ёбнул. Ладно. Вот сейчас, кстати, выигрышное положение у меня. Но не на карте точно. Ас будет душить. Сука. Бля, урод. Ой, лучше. Ты думал, через стенку это работает? На тебе. Слышишь? Да ты бись. Все. Дать коктейль, пожалуйста. Не, заброк, конечно. Задальника тут, где крысы играют, вообще тяжело. Да еще невысокие кубки, там на 600 кубках вообще жесть. Хорошо. Все, обезоружили коктейль. О, Пока. Ну я знаю, что Пока выебать может. Найс. Так, что побрал пас у нас? Хорошо, давайте откроем у нас новенький ящик. Которого, к сожалению, ничего классного не выпало. Здесь у нас тусуется тоже большой ящик, но для этого нужно забрать вот это вот. Ну, давайте для самого такого лоха мы возьмем силу. Эмс. Реально Эмс у меня. Лохушка новая. И ящичек.
На. В принципе, на этом все. Спасибо, ребята, огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх по моим видео. С вами был FlexGK. Всем удачи, всем пока.